Приветствую всех зрителей канала «Ишимский странник». Сейчас, в самый разгар зимней рыбалки, хочется вновь окунуться в солнечное лето и вспомнить летнюю рыбалку. Что ж, я хочу показать вам эти прекрасные, клевые места. Находятся они за поселком Косши. Вот поселок. Находим в этом поселке улицу Республики. Вот улица Республики. И по этой улице движемся в сторону, в конец поселка Косши. Дальше будет строящийся жилой комплекс Нура. Вот он. Проезжаем этот комплекс по этой дороге. Здесь будет дорога, асфальт заканчиваться, и начнется проселочная дорога. По этой проселочной дороге мы идем дальше, также никуда не сворачивая, через строящиеся коттеджи. Скоро тут, наверное, все застроят скоро. И будет город-сад. До подстанции. Вот эта подстанция. Так, вот она, подстанция с синими крышами. Вот она. Красивая подстанция. Водоочистительная. Такие синие крыши. Вот они. Переходим под станцию до так называемого грейдера. Вот грейдер. Здесь между грейдером будет тропинка. По этой тропинке проходим дальше, также никуда не сворачивая. По этой дороге мы направляемся до самой Нуры. Вот по этой дорожке, я прям точно вам показываю. И вот сюда подходим, прям к самой Нуре. Вот это место. Тут несколько хороших мест. Вот одно. Потом вот если здесь повернуть раньше направо, вот на такой пляжик можно выйти. Вот также второе место хорошее. Я покажу, какая здесь рыба ловилась. Ну вот и дальше идут места. Вот так называемый карьер. Вот он, большой карьер. Все, может, его знают. Вот тут даже рыбаки уже написали: летняя рыбалка, палатка. Здесь также неплохо клюет. Ну что ж, а мы отправляемся на рыбалку за поселок Косши. Вот там дальше шлюз уже видно. Давай, давай. Опа. Ничего. Да, есть. Не очень большое. Не очень? Ну, что-то, наверное, подлещик опять сильно долбил. Да, не, по-моему, ушел. А, ушел? Да, первая поклевка мимо. Но это только первая. 540. Что-то сильно? Ну, что-то вот есть. Видишь, рулит моя. Что-то есть. Обычно в этих местах после первой холостой поклевки неожиданно начинается настоящий клев. И чем дольше ты рыбачишь, тем рыба все больше укрупняется. Так, Мишка, давай. Вот, ух ты, что-то, по-моему, опять, да? Что такое сегодня на Нуре творится? Ветер такой, ничего не мешает. Что, тянешь что-нибудь, чувствуешь, да? Сколько примерно? 500? Что-то, по-моему, большое мне показалось. И оба, подожди, что-то здорово. Что ж такое-то, смотри, какой гигантский этот. Весь? Давай весь для интереса, сколько этот. Ну, давай. Оп. Ух ты,
670. Так, что такое, что такое? Ну, что там за... Не хвали меня себе. Иришка. Красавчик. А яйца мой. Улетит сейчас. Ох ты мой хороший. Ну-ка дай. Посмотри. Охренеть. Вот это я понимаю. Иришка все-таки это сделала. Вот это надо взвесить. Я тебя сделала. Так, вот это надо куда-то его... Тихо-тихо-тихо. Кряхтит. Взвесим его, да? Ну да. Для интереса, сколько здесь? Какой здоровый, да? Вот это трофей. Так. Я тебе сделала. Молодец. Так, подожди, куда же пакетик какой? Ух, ничего себе, 490. 500 почти, да? Ну, 500 килограмм. Так, Иришка опять что-то потянула. Что там на этот раз? Так. Что там? О, ну не такой маленький. О, смотри. Нормальный такой. Нифига себе. Угу. Что там есть? У нас небольшая. Так. Пока не понял. Здесь, есть что-то там. Понятно. Ну, что-то небольшое. Подлещик типа, карась. Пока моя жена ловила неплохих езей, мне доставались небольшие экземпляры. Ну, что, все? Но, наконец, и на моей улице наступил праздник. Блин, там что-то, или ты зацепил за эту? Зацепил, да? Ты зацепил, да. Блин, ну, не смотри, смотри. Мой трофей изрядно перепутал другие донки. Вот это, по-моему, шел килограмм. Да, это большой очень. Видно. Я тут поперепутал. Ну ладно, это потом. Вот это здоровенный видно. Это прям очень большой. Вот таких надо ездить. Это прям очень большой. Сейчас мы взвесим. Надо все это сфоткаться с неутрожным выкрываниями. Он мощный вообще. Так, где тут пакетик? Ой, так и мой пакетик надо такой. Смотрите, здоровенный, ребят. Да. Вот так, ребята, надо езей ловить. Капец, да? Ё-моё. Так, да, это килограмм пакет. Чем-то, ты меня уже перебил. Смотрим, колокольчик где. Не переживай, жена моя Ириша. У тебя все еще впереди. Во, как бьет. И давай, твои трофеи посекаем. Тебя ждут. Залив, тут течение. Красота. Вот такой хороший заливчик. До свалки первый поворот. Вот мы сидим здесь. Уже езя хороший поймал. Ришка одного, один ушел, вот опять сейчас долбит. Только поставили, сразу ловится. Сразу ловится, серьезно. Вот такое место. Ну да, крупного затяну, много не останется. Ну пока, машкара немножко бесит, комары. Ну ничего, главное, чтобы клев был. Вот такое место. Красивая. Вон там еще рыбаки сидят. Вот тут на течении прям поставил донки. Вот они. И мужика стоят. Слабо. Пробовал. И че? Что-то. А, нет, что-то есть. Ну, по-моему, не этот. Подлещик, что ли? Что-то там не могу понять. Что это? Карась, карасик прикольный. Карась водится. Вот такие покажи. А вот карась реально удивил. Вот такие. В этом месте он ловится достаточно редко. Так что карась тут тоже есть. Ты уже второго карася сегодня поймал. Одного на заливе, где вагончик. Одного здесь. Красненько. Угу. Посмотрим, что там. Ух ты, не понял. Не зацепился, нет? Зацепился или что? Может, зацепился? Ой, это крупное просто. А здесь у меня был жесткий зацеп. Самое интересное, произошла поклевка. Это стояла донка на судака. Судак, скорее всего, клюнул и затащил за корягу. Пришлось отрывать. Минус одна снасть. Что, все, не надо снимать? Вообще, какой все-таки здесь...
красивое и атмосферное место. Природа просто завораживает, и ты забываешь о всех проблемах. Место правда шикарное, совсем недалеко от города, сразу за поселком Косши. Так, вот он, трофей наш главный. Вот он. Ну, это поменьше. Да, это место всегда богато трофеями. Так, наш улов на сегодня. На нуре за кощами. Смотрите, ребята. Хорошо засними. Вот это улов. Фоткал, да? Нет. Куда вообще смотреть? Язычка. Ну и по традиции всю рыбу мы выпустили. Прощай навеки. Так, все, покидаем вот это место прекрасное. Вот здесь прям вход до самой нуры. Вот туда идет. Все, покидаем мы это дело. Все. Какие красивые места здесь. Даже ромашки есть вот. Главное, поймал изя, килограмм 200 почти. Мой главный трофей на сегодня, вообще классно. Вон Иришка моя идет, красавица. И смотрит на меня все время. Вон она идет. Вот такие джунгли здесь, пока пройдешь. На машине здесь не проедешь сюда толком. Конечно, вот такая дорожка. Вот она идет. Еще ромашки. Красота. Идешь и радуешься жизни. А там Иришка радуется, тоже жизни идет дальше. Да. Вот еще один шлагбаум. Вот он. Вот шлагбаум. Вот за шлагбаум сразу первый поворот налево, налево. И все. И мы пришли. И все. И в сторону Кощей пошли обратно. Все, в сторону Кощей, до подстанции идем, этой водоочистительной, и все нормально. Вот там стоят люди. Ну что ж, вот и подошла к концу наша летняя рыбалка, и мы снова возвращаемся в нашу снежную столицу. Я был рад поделиться этим действительно одним из самых лучших мест. Клёвый. Так что нарыбачились нормально. Жизнь продолжается даже в таком мире. Прекрасно. Супер. Конец связи.